6 мая, среда, и мы играем на пси-лиге. Стартуем сегодняшний вечер. Играем мы... No. Ой. Эх, очередные пока не чуваки играем. С этой, да, беспалевной темой. О нет, матч-хистри. Я как-то не сразу... мышку взял в руки, я так расслабился, думаю, сейчас, короче, буду представлять там все такое. Так, ну, в общем, пси-лига в формате, она интересно играется, в формате пролиги. Каждый сет играется БО1 между двумя определенными чуваками. Вот, хотел сказать игроками, сказал чуваками, ну, как. Так, ну, интересно, он все-таки будет играть или запросит рестарт? Это интересно. О, заработал на 1000, я смотрю. Так. У тебя типа там какая галочка стоит? Ладно. Ну, это... Я открыл ссылку, чтобы точно знать. Загрузился у нас карта Inferno Pools. Со вчера я никакие настройки, кроме скорости прокрутки, не менял. У нас BO5, кстати говоря. Да. Так. Так, у меня только опустился пуш, у пуша эти самые с... Хоткей. Да, хоткей эти уродские. Никак их не вырублю. Так, в общем, у нас загрузилась наша карта. И сверху слева на 10 часах респаунится красный зерк HTT Altweather. И справа вверху желтого цвета Терран. Шедман из команды Сайклик. Хотел сказать Суслик. Суслик. Норм. Норм оговорочка. Так, Mouse Sensitivity. Нет, это не то. Не то. Так. Controls Mouse Speed. Я к чему про галочку? В смысле, у тебя там типа 18+ стоит, что ли? Сейчас посмотрю. Ну, у тебя сверху на канале написано. Только... Ой, ужас какой. Это надо убирать. А я убирал вроде. А, ну там через 6 часов только она. Ну я вчера, по-моему, убирал. А, блин, так. Что-то она не сохранилась почему-то. Ну ладно. Так, хата. Блин, еще писать эту фигню, как ее. С... Как ее... Ну, описание стрима надо выдумывать, да, опять. Да, господи. Напиши там, воды там. Все, команда ХТТ. Нормально. Пойдет. Для начала. Я буду так, следить ладно, за окей. Красным жучком, который под овером бегает. Кстати, что-то он даже не выбирается. Угу. Обычно всякие выбираются. Так, в общем, Керн укладывает с разведкой. В принципе, как и зерк. Так, а он видел? Что тут хата идет. Пул, газ. А, теперь точно видит. Так, и Терран тоже, как я понимаю, что ЦЦ-ху закажет этот Рипер ЦЦ. Угу. Кстати, по-моему, респауны самые удобные для зерка, как я понимаю, да? То есть, если дроп полетит, то он полетит в неудобное место, да? Вот, на самой ближней траектории. Угу. На натурал прям сразу. А если вокруг, то это облетать очень долго. И можно спалиться на ксенлаге, там, если ее держать. Или на рандомном овере тоже, да. Да, короче, мне кажется... В этом плане. Ну, для начала, да, но вообще как-то третья занимается так, что ты ее можешь спокойно из-за Терана отсиджить. От Урала. Ну, то есть такое, опять же. Так, факта идет. Так, рабочий, кстати, на газу нет у нас. Третья хата. Ох, ну, собачку надо было подконтроливать, наверное, теряется все-таки. Пес один. О, Рипер не регенится еще. Покатается, захиляется. Так, тут факта. Есть уже реактор по 2 марика. Так, еще 2 барака добавляются. Что-то я тут проспал Рипера. Рипер одного раба забрал, да? Я понимаю. Собачку забрал. Собачку. Угу, вижу 3 штучки. Текс. Ну что, я так понимаю, сейчас пойдет третий у зерга. Так,
Третья. Да, должна пойти третья. Кстати, где? Как-то так по таймингу получается, да. Ах, он много квин делал. Все. Начинается просто... тут медленное такое застраивание рампы. Я сказал, ах, ничего себе. Все. Так. На ну, Good Game звука нет. Что за бред? В смысле нет? Все должно работать. Короче, послушай. Ну, либо мы молчали, когда доделался метаболик буст. Не, кстати, реально нету, лол. Что за бред? Вообще звука нет? Да. Вообще не понимаю, в чем тогда трабл. Я ничего в плане настроек звука не трогал. И у меня эти ползунки прыгают. Странная тема. А на Твиче? Так, там же у тебя везде рестрим, Твич. Ладно, сейчас я... Ну, может, ГГ я долбанулся. Сейчас все будет. Так, тут стопануть. У меня браузер умрет, наверное. Не, ГГ не мог отдельно звук потерять. Да, у меня на Твиче звук есть. Да, у меня тоже есть. Кстати, у тебя там с дилеем какая-то проблема на Твиче. Какая именно? 30 секунд. Не? Игровых даже. Я забыл включить ее. Лол. Ну ладно, фиг с ним. Так, короче... Ну тут такой пуш едет. Да, пуш, один рипер, несколько геликов. Стенки-то нет еще. Ну, в принципе, катрикины есть, но это такое себе, опять же. Можно я объехать не буду тут кошмарить третью нычку. Можно ларву спалить, которая есть, ну, правильно. Надо без апгрейда, это все долго делается. Так, стенка тут подводится великая. Что, а есть ли Роуч Ворон? Вот как отбивать сейчас столько геликов? А, в Москве нами, Теран, так я понимаю. Теран не планирует. Стал, что ли, дальше бить? Почему? У него есть армака. Нет, у него армака только... Ну, скоро будет, кстати говоря. Он, мне кажется, сейчас с хилбатами пойдет пушить. Да. Точно. Ну, кстати, мейлинги будут. Квин очень много вообще. И квин много, да. То есть, в принципе, можно расконтролить все это дело. Ну, с другой стороны, смотри, тут Марики еще подходит. Еще гелики, будет такой пуш. Главное успеть бейлингов завернуть. Ну и надо бы это делать уже. Ресурсы-то вроде имеются хоть какие-то. Видно же даже, что там баты уже. Заворачивай, ну поздно. Ой, очень поздно что-то. Да, сейчас надо как-то время выигрывать, а как это делать? Квинами только кайтить. Ну они, блин, спалят все. Трешотаются бейлинги. Да, бейлинги выделались, это все. Квины не отобьют это. Да, чисто квины тут не помощники. Бергу. Где трансфьюзит, старается, конечно. Собаки сейчас будет дотекание такое большое довольно, но рабы сейчас будут умирать. Да, минус 5, минус 10, минус 13, 15. Минус все рабы на натурале. Хорошо стоит армия Терна. Собаки как-то по чуть-чуть отдаются. Это минус лейер даже. Более того. Да. Может все быть. Очень плохо. Джи, пишет Зерк. Так, и чё? На ГГ так и нет звука? Сейчас, подожди. Да. А у тебя туда рестрим идет, да? Ну да. Откуда? С ГГ идет рестрим на Twitch. Нет, а на ГГ просто стрим? Да, просто стрим на ГГ. Как такое может быть? Я вообще не понял. Полный бред. Сейчас подумаем. У тебя какое-то там кодирование на звук стоит, получается. Так, ну сейчас скажу, что у меня тут на звук. Сейчас я открою, посмотрю у себя. У меня тут вроде норм все было. Settings. Аудио. Ну, у меня на аудио MP3 128 битрейт и 44 этот формат.
Так, Герц. Энкодинг, да? Стереоканал. О, зачем MP3? Что? Поставь АК. Ну, в настройках аудио вот вроде ничего не должно быть. Там ничего такого не меняет. Не, ну должно все работать. Что за бред, я не понимаю. Как так может быть? Ты стоп-стартнул? Нет. Давай стоп-стартну. Давай, что